Давай, давай! Я доставляю еду и припасы шахтерам. Платят мало, зато позволяют спать у очага в гостинице. Почти каждую ночь. Они умерли. Мой папа был моряком. И в свое последнее плавание взял меня с собой. А когда он заболел, они высадили нас здесь и уплыли. Он умер через несколько дней. Я пытаюсь как-то выживать с тех пор, но это очень трудно. Очень. Опаздываю, надо бежать. Это проклятие. Не иначе. Мне нужно бежать из этого города. Прошу тебя, Иргнир, возьми себя в руки. Это всего лишь сны. Эрандур, ну, скажи ей. Послушай свою подругу. Это всего лишь сны, дорогая. Уверяю тебя, это вполне нормально. Все время один и тот же сон. Думаешь, это нормально? Это зло, говорю тебе. Эрандур, в ее словах есть смысл. Ты говоришь, что эти сны безвредны, но что, если это знак? Дай ему сказать. Он хочет нам помочь. Успокойтесь, прошу вас. Я делаю, что могу, чтобы прекратить эти кошмары. А пока все, о чем я прошу вас, это оставаться сильными и довериться госпоже Маре. Я попробую. Спасибо. В таверне «Пик ветров» поет лучший бард всего Данстара. Говорю тебе, эти сны настоящие. Госпожа Мара спасет нас от этих кошмаров. Вот увидишь. Завидую я вам, приезжим. Да, с тех пор, как несколько зим тому назад умерла мама, пою песни и помогаю обслуживать гостей, когда есть время. Ладно? Что беспокоит тебя, сын мой? Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности, но, боюсь, я мало что могу для них сделать. Эти сны, видения, созданные владычицей Даэдра Берминой, она пожирает наши воспоминания, а взамен оставляет кошмары. Они как кашель, который указывает на серьезную болезнь. Я должен сорвать ее путы с этих людей, прежде чем их души будут непоправимо искалечены. Мне нужно вернуться к источнику проблемы, храму призывателей ночи. Может, ты хочешь мне помочь? Я и так уже много сказал. Если кто-то услышит наш разговор, начнется паника. Я просто прошу тебя довериться мне и помочь спасти Данстар от кошмаров. Чудесно. Госпожа Мара будет довольна. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Данстара. Идем, нужно спешить. Вермина обитает в странном царстве под названием Трясина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Из своей цитадели она тянется за нашими воспоминаниями, оставляя за собой видение ужаса и отчаяния. Кто знает, может, она коллекционирует их и выставляет в магической галерее как предметы безумного искусства? Как бы то ни было, ее намерения отнюдь не благие. Обещаю, я отвечу на все твои... вопросы. Иди за мной. Ищешь ночлег? Не волнуйся. Говорят, Фолеон из Морфола изучал вампиров, драугров и другую нежить. Всем в городе известна черная дверь и то, что от нее нужно держаться подальше. Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Может, еще свидимся.
Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, которую все только и твердят. Сюда приходи. Что там? Думаю, теперь там никого нет. О, выдохся. Не нрав... Я работаю в таверне «Пик ветров». Заходи внутрь. Имя девяти, Скальд. Да кого мы напугаем своими старыми ранами? Мы больше не солдаты. Твой человек, Хорик, носит старые доспехи легиона. Что мне прикажете думать? Он гордится своей службой, Скальд. Легион научил нас верности, и мы верны Данстару. Смотрите у меня. Если я перехвачу от вас хоть одно письмо генералу Тулию, обоих казни. Мой долг охранять Прину Мирилис. Смотри без глупостей, прилегатель. Сейчас в Данстаре неспокойно. Все взвинчены. Скальд поддерживает Ульфрика. И ему не нравится, что в его городе живет пара пожилых легионеров. Он глупец. На Хелген напал дракон. Империя нужна Данстару сейчас больше, чем когда бы то ни было. Топишь горе в стакане? Сейчас кругом много таких. Тогда иди в таверну «Пик ветров». А насчет работы? Можешь попробовать застать Скальда в хорошем настроении, но проще найти работу в шахтах. Это на другом конце города. Не делай глупостей. Я просто работаю на шахте. Мне не нужны неприятности. Боги, как же я устал! Ярл, устал. Не забывай. Уходи, если только ты не знаешь, как решить проблему с кошмарами. Братьям Бури суждено выиграть эту битву. Талос с нами, а воин, благословленный богами, не может проиграть. Данстар уже не раз подрезал империи крылышки. Надеюсь, так оно будет и впредь. А знаешь, отчего драконы-то нападают? Талос сердит, что мы от него отвернулись. Вот только выгони имперцев из Скайрима, драконы тут же исчезнут. Помяни мое слово. Больше не лезь ко мне по пустякам. Твое появление в Данстаре как нельзя кстати. Всему городу снятся жуткие кошмары. Хотя чем ты нам
врагам. За Донстар! Да, сын мой. Чем я могу помочь? Прежде чем мы войдем, я хочу предупредить об опасностях, которые ждут внутри. Много лет назад на храм напали одержимые местью орки. Их одолевали кошмары, так же, как теперь жителей Донстара. Нет. Зная, что им не одолеть орков, жрецы Вермины выпустили так называемые миазмы и погрузили всех в сон. Я боюсь, что когда мы откроем врата, миазмы выветрятся, и тогда они все проснутся. И орки, и жрецы Вермины. Миазмы были созданы жрецами Вермины для их ритуалов. Это газ, который погружает жертв в глубокий сон. Поскольку ритуалы длились месяцами и даже годами, миазмы замедляли процесс старения. К сожалению, да. Чем дольше человек дышит миазмами, тем более страдает его разум. Те, кто долгое время подвергались их воздействию, полностью теряли рассудок. В некоторых случаях люди просто не просыпались. Когда мы войдем внутрь, все станет ясно. Мне всего пару минут, и я открою эту штуку. Теперь я покажу тебе источник кошмаров. Сюда. Узри череп порчи. Источник горести Донстара. Мы должны дойти до святая святых и разрушить его. Пошли. Нельзя терять время.
зелья. Жрецы, должно быть, включили этот барьер, когда выпустили миазмы. Вообще-то невозможно. Интересно. Думаю, есть способ преодолеть барьер. Но я должен проверить их библиотеку и убедиться. Полагаю, уже нет смысла скрывать правду. Мои познания об этом храме происходят из личного опыта. Когда-то я был жрецом Вермины. Когда на храм напали орки, я бежал. Бросил своих братьев и сестер умирать. Последние десятилетия я провел в раскаянии. Пытался искупить вину, служа Маре. И благодаря ее доброте я исправлю свои ошибки. У меня все еще есть ключ от библиотеки. Как только приготовишься, мы пойдем. Предание гласит, что череп порчи вечно жаждет чужих воспоминаний. Черепа не касались так давно, что он, похоже, приобрел способность достигать сознания людей на расстоянии и питаться. Что именно он делает с воспоминаниями? Лишь гипотезы и догадки ученых и историков. Нужно спешить. Мы должны как можно скорее уничтожить череп. Наверняка есть и другие пробужденные. Смотрите, почти все сгорело. Надеюсь, нужная нам книга уцелела. Доброта! Нас не остановит! Теперь, когда все на чистоту, давай найдем информацию, которая мне нужна. Мы ищем книгу с алхимическим рецептом под названием «Снахождение». На обложке изображена Вермина. Книга должна быть где-то здесь. Дай-ка посмотрю. Слава Маре! Есть способ пройти сквозь барьер во внутреннее святилище. Нам поможет жидкость под названием «Апатия Вермины». Да, апатия позволяет жрецам Вермины ходить по снам.
С помощью снов они могут попасть в места, недоступные нам в реальном мире. Поверь, эта способность широко известна среди последователей Вермины. Правда, мне пока не приходилось видеть ее в деле. Я жрец Мары. На меня эликсир не подействует. Апатия работает только для жрецов Вермины и Мирян. Нужно признаться, здесь есть некоторый риск. Последний раз этот напиток пили десятилетия назад. Но клянусь именем госпожи Мары, я сделаю все, что в моих силах, дабы защитить тебя от всякого вреда. По-моему, в восточном крыле есть лаборатория. Возможно, там мы найдем образец. Ты увидишь чужие воспоминания своими глазами и почувствуешь своим телом. Окружающие воспримут тебя как обычную сущность, а ты будешь произносить чужие слова. Из-за этих странных принципов ученые не могут решить, действительно ли это сон или это какие-то проявления Вермины. Я буду следить за тобой и охранять тебя, пока ты будешь спать. Если я замечу, что что-то пошло не так, я тебя разбужу. Я не знаю, когда именно снохождение может завершиться. Возможно, когда Вермина насытит свое любопытство. Лаборатория рядом с библиотекой. Надеюсь, мы найдем незагрязненный образец апатии. Пробудились. Это убью. Прямо в руки.
ними покончено. Теперь нужно найти апатию. Она должна быть в небольшой бутыли, вроде зелья. Я начну поиски здесь. Апатия находится в высокой бутыли. Это темная жидкость. Если найти ее, принеси мне. Да, сын мой. Чем я могу помочь? Да, сын. Удивительно, что тебе удалось найти нетронутую бутыль. Такое ощущение, будто здесь бушевали орки. Что ж, я привел нас сюда, но тебе предстоит вести нас остаток пути. Пей. Судьба Данстара зависит от этой маленькой бутылочки. Чем дольше мы ждем, тем больше вреда Вермина причиняет невинным людям. Я понимаю твои сомнения. Но обещаю, что это сработает. Давай продолжим. Нам еще столько всего надо сделать. Брат Верен, орки ворвались во внутреннее святилище. Нельзя отступать. Они не получат череп. Не позволим. Но нас осталось так мало, брат. Тогда у нас нет выбора. Мы выпустим миазмы. Миазмы? Но, брат... У нас нет выхода. Такова воля Вермина. Ну а ты, брат Казимир, готов ты исполнить волю Вермина? Тогда решено. Брат Казимир, ты активируешь барьер и выпустишь миазмы. Ничто не должно тебя остановить. Брат Торек, мы должны остаться и защищать череп ценой жизни, если придется. Согласен. До смерти. Да будет так. Прощайте, братья.
покончить с этой штукой. Работала. Слава Маре. Твое тело исчезло, а потом материализовалось на другой стороне. Такого мне еще видеть не доводилось. Я тебе завидую. Могу представить, как это захватывающе — видеть историю чужими глазами. Мне остается лишь читать об этих чудесах в процессе исследования черепа. Верно. Мои воспоминания о коварстве Вермины не должны отвратить тебя от твоего задания. Прошу прощения. Впереди внутреннее святилище. Мы должны добраться до черепа и положить конец несчастьям Данстара. Веди, друг мой. Идем. Нужно добыть череп и уничтожить его. Нужно что-то?
В крепостях не любят чужаков. В Скайриме не всегда хорошо относились к оркам. Чтобы тебя приняли там, нужно, чтобы кто-то из орков объявил тебя родичем по крови и сообщил об этом вождям. Такая честь не дается кому попало. Убью! Верен, Торек, вы живы? Разочарован, Казимир. Я больше не ношу это имя. Я Эрандур, жрец Мары. Ты предатель. Ты оставил нас умирать и сбежал, прежде чем миазмы добрались до тебя. Нет, я испугался. Я не был готов уснуть. Довольно лжи. Я не позволю тебе уничтожить череп, жрец Мары. Что ж, ты не оставляешь мне выбора. Мы бьемся до последнего. Прости, Вермина. Сын мой, чем я могу помочь? Пора. Чем? Нужно уничтожить. Отойди немного. Я проведу ритуал, данный мне госпожой Мары. Сначала. Я взываю, владычица Мара. Череп голоден. Он жаждет воспоминаний, чтобы превратить их в кошмары. Подари мне силу, чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины Обливиона. Он обманул тебя? Когда ритуал завершится, череп будет свободен, и Эрандур вернется против тебя. Быстрее! Убей его сейчас же! Убей его и утверди свою власть над черепом. Вермина приказывает тебе. Счастливым. Этот храм давит на меня. Да, череп уничтожен, и Данстар в безопасности. Я соорудил скромный алтарь Мары в привратном покое около входа.
Я собирался провести остаток жизни здесь, чтобы похоронить прошлое и молить о прощении. Но я готов предложить тебе свои услуги. Если захочешь взять меня с собой, я буду здесь. Не благодари меня. Тебе удалось совершить настоящий подвиг для людей Данстара. Если кого-то и следует благодарить, это тебя. Мудрость Азуры с тобой, мой друг. И что же тебе понадобилось?